Жилой микрорайон «Изумрудные холмы» возводится в Красногорске в 9 километрах от МКАД по Волоколамскому шоссе и 20 минутах езды от станции метро «Тушинская». Девелопер проекта – группа компаний «Эталон». В состав комплекса войдут 20 монолитно-кирпичных домов переменной этажности, 7 детских садов, 5 школ, медицинский центр, спортивно-развлекательный комплекс с бассейном, детские площадки, магазины, паркинги. Покупателям предлагаются 1, 2 и 3 комнатные квартиры площадью от 27 до 122 квадратных метров. Комплекс реализуется согласно 214-му федеральному закону. Существует возможность покупки в ипотеку.